Здорово, ворельные. Что ж, продолжаем прохождение Зифа 2014 года. И надеюсь, сейчас игра не будет баговать. Нет. Нет, парнишка у нас ходит. А этот ходит у нас, парнишка. Этот парнишка почему-то тут стоит. Конечно, можно сделать следующим образом. Ёпте за ногу, ну почему, когда я нажимаю на кнопку, перемещается объект, ну, сенсорная панель начинает двигаться. Такс. Ну давай. Что у нас тут? Что у нас тут? Часики и... И фляга. Я бы на самом деле бы приманил бы вот этого паренька бы сюда. Что за... Рассказывай, что там? И придушил бы его. Тут кто-нибудь есть? Есть. Это я. Хорошо. Кошелек у тебя был, у тебя не было кошелька. Просто какой-то закуток с двумя сейвами. Ну, не сейвами, а сундуками. Тяжелее стало окно какое-то это. Прям игра просит точность. Что у нас тут? Водяная стрела, это что? Эти обелиски стоят по всему городу. Заманить и развести три. И что с этими обелисками? Это который я один из них. Я тыкал, да? Но ничего не происходило. Видимо, надо пронажимать их в правильной последовательности. Где-то здесь была бутылка, и я ее забрал, да?
горячий кофе сейчас бы не помешал. Придется всех приманивать, я не знаю просто, как его придушить. Тут чувак стоит, там чувак стоит. Еще тут люди ходят. Кажется, я что-то слышал. Сходи, проверь. Если слышал. Выходи, чтобы я тебя видел. Вышел. Кого ты проучишь? Тебя выпустить? Один момент. Как убрать лучника? Я что-то не нашел способа, как туда залезть. Меняется.
Взгляни на товары. Так, еще один продавец. В следующий раз. Знаешь, что я видела вчера в Блэк Фэрроу? Говори уже, гадать не собираюсь. Стража пришла за этим психом озаренным, Джейкобом. Он, поди, сопротивлялся? Стража пришла за этим психом озаренным, Джейкобом. Он, поди, сопротивлялся? Здоровки. Коровки. Хорошая находка. Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Вот этот педрило, он стоит и стоит вот так вот вообще. Надо, знаете, что надо бутылку где-нибудь оттопырить. Стража! Я видел человека в темноте! Я ничего тебе не делал! Я ничего тебе не делал! Успокойся, блядь! Я тебе тоже ничего не делал. Проходов-то нету тут вообще никаких. И что, ты меня типа не видишь сейчас? Сейчас нельзя расслабляться. Блин, как мне выманить? Проклятый город. Можешь ударить так вот. Какой-то странный звук. Говорят, дом цветов. Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Понимаю, в общем. Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Мы смотрим друг другу в глаза только на виселице. Здравствуйте. Так, хорошо, у нас тут много, очень много каких-то допов. Один из них прям надо мной находится. Давайте их повыполняем. О. И снова. Здрасте, господин Мавроди. Вот это сюда. Это типа эти самые ловушки или нет? Возьми бутылку. Нужны кусачки. Да, это ловушка.
Что у нас за цель тут? А, обезвредьте ловушки. Окей, ну, понятно. Ловушку я не могу обезвредить, потому что у меня нет кусачек. Чтобы кусачки купить, надо денежки подзаработать. Так, ну хорошо. Это, наверное, снизу можно, да, запрыгнуть, я думаю. Как не забрать вон ту штуку? Вот бы туман унес стражу куда подальше. Ничего. Я заболеваю. Я это чувствую. Что это? Залитый слезами ног, я не могу это сделать, я не могу о ней не думать. Ее волосы, ее руки, ее лицо, ее улыбка, не могу, не надо перестать думать о ней, или я сойду с ума, но я не могу забыть о ней, моя память, это все, что от нее осталось. Пожалуйста, должен быть способ, это должно как-то прекратиться. Что-то должно оборвать эту муку, пожалуйста, как мне быть? Забыть. Еще ларек тебе, ага. Вот бы сюда кусачки. За кусачками, блин, бежать далеко. Если бы я знал, я бы сразу пошел, купил бы кусачки и этот. Кусачки, бритву. Че, в газете пишут? Взлом и ограбление. Генерал стражи и ловец воров сообщил нам об ограблении литейного завода на Долинной улице, в настоящее время используемое в качестве хранилища для жертв мрака. Злодеяние совершено негодяем в черном, который уже унес немало жизней наших защитников. Я вообще только одного убил, насколько я помню. Неужели для него нет ничего святого? Сокрушился разгневанный страж закона. Страстная речь продолжалась несколько минут, но поэзия его слов не могла скрыть беспокойство лорда воров. А кто такой лорд воров? Это я? Следите за крышами, сказал он под конец своей тирады. Мы найдем этого вора и мы повесим его. Воистину вдохновляющее заявление нашего великого защитника. А, ловец. Ловца. Какой лорда, блядь? Ловца. Вот я, ну, придумываю слова и читаю их. А Гарольд. Ну, я понял, что это я. Понял. It's me. Так, хилки нет почему-то. Теперь есть.
Почему ты так долго засовываешь этот ломик? Очень странно, конечно, что мне не надо ломик покупать. Да ё-моё, ты поднимешь, нет? Что за прикол? Кошелек. Так. А мне бы хотелось... Куда? Ага. Блин, смотрите, уровни головоломка. Мне нравится. Мне это нравится. Приходится думать. Я голодная, как... Ой. А как сюда попасть? Непонятно. Все же повернется, да? И пойдет обратно, и мы в это время. Оп. Клянусь, я кого-то видел. Да понятно, что пусто тут. Главное, не падай. Так, ну типа... Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Дом часовщика находится... Чё, под каналом? Но непонятно, как залезть в эту хату. Тут закрыто, туда не залезть никак. Есть типа какой-нибудь... Что-нибудь есть под землей, какие-нибудь там проходы есть, не знаю. Но я пока не вижу способа сюда пробраться. Ладно. Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Здрасте. Так, погодите, а чё я тут...
А мне вот туда надо залезть. Вскрыть замок. Ну, давайте вскроем. Что, я, может, себе домой пришел? Ты откуда знаешь? Кто открыл дверь? Кто открыл дверь? Что за люди? А, даже нагробные. Понятно, аристократы, да, короче, ничего интересного. Блин, ловушки сраные. Мне нужны кусачки. Только не говорите, что у меня сохранение было там, где я сохранялся изначально. То есть веревка не висит. Надо выпить. Вообще, мне на кусачки есть деньги. Это блон, бляха-муха. Я уже это настолько обленился, что привык, что игры сами занимаются сохранением. Автосохранением. И забывая сохраняться. Мы сейчас просто спустимся, наверное, вниз, прям здесь спустимся. Под этим каналом только кости идиотов вроде тебя. Эй! Стоять! Почему он так быстро повернулся? Глаз алмаз. Всего две стрелы, и они стоят неплохо по меркам игры. А как вы предлагаете мне тихо, не смотри сюда. Будь панькой. Ну его по-любому надо убить. Ну, вырубить, по крайней мере. Мы же не убиваем. И давайте сохранимся вот здесь прям.
идиотов вроде тебя. Да что ты делаешь? Вот что за педрилка стоит? Тук-тук-тук. Откройте мне. Кто ты такой? Больно. Так, я предлагаю... отправиться за кусачками, что ли, блин, потому что я не знаю, что еще делать тут. Тяжелые времена. Как-то можно наверх пробраться, смотрю. Там есть какая-то... Наверное, так и можно пробраться. Просто думаю, что здесь, наверное, все будет на ловушках. Такой район, понимаете. И делать тут нихер. Без кусачек. Блин, еще бритва нужна, это пятихатка. Давайте попробуем сразу слазить. Опа, это что такое? И что это мне дает? Класс. Я увидел что-то. Как туда пробраться-то? Интересное у вас решение, сударь, девок снимать для таких нужд. А, я в другую локацию, что ли, переношусь? Главное управление стражи. Так, давайте, знаете что, мы сейчас быстренько посмотрим. Есть ли тут что украсть? Только не говорите, что у стражников нету ничего интересного. А, заскриптованная, смотрите, походу. Я здесь был. Да, я тут был. Ну, то есть, получается, можно... Ага. Это можно вот так вот сокрыть, было срезать просто путь, в обход не идти. Именно напрямик через дом стража пройти. Понимаю. Но в таком случае... В таком случае пойдемте за кусачками. Я просто думаю, что сейчас, купив кусачки, мы выполним пару заданий и сможем купить бритву. Бритву Акама.
Я прочитал на стратеге количество доп. Заданий, их всего 25 по игре основных, и еще там около 7 заданий дают второстепенные персонажи. Ух, мы сейчас просто половину сразу выполним. Так, и не к тебе. Нет, не к тебе. Половину выполним просто, а потом будем уже бегать непосредственно по сюжету. Не отвлекаться. Уже вернулся. Так, инструменты. Бритва, кусачки. Давай. Если здесь что-нибудь еще не появится, так. До новых встреч. До новых, давай. Ты прикалываешься застревать? Жалко, конечно, что я не играл в оригинальные зифы, поэтому не могу сравнить данные произведения. Да? Мне было бы интересно посмотреть, что такого было в тех зифах, что данную часть так не взлюбили, да? Может быть, просто сеттинг устаревший? Не знаю. Я про воровство играл только в одну, если меня память не изменяет, игру. Называлась она Stolen, что ли? Ну, в переводе, в общем, украденная. Про деваху. Но она там, если я ничего не путаю, была третьего лица и такая... забавная, в общем. Там были гаджеты всякие специальные, типа каких-то камер, электрошокера. Может быть, когда-нибудь... Интересно, она в Стиме есть? Я бы ее перепрошел, наверное. Надо будет посмотреть. Так. Все? А куда ведет это окно? Ох, тормоза. Заняться бумажной волокитой. Ну, я примерно понял. Мы идем обратно. И правда, люди пишут, что в игре можно при прохождении левелов можно запутаться и поблуждать немалое количество времени. Если не ошибаюсь, есть ачивка провести в игре 15 часов. Я думаю, мы ее изи выполним. Так, а туда мы снизу попадаем. Так,
окно туда, да, нас вело. Там ничего тоже не было. Нам, по идее, надо вот сюда вот сейчас. Сейчас спрячемся вот так вот. Здесь никто меня сейчас не заметит. Сегодня холодно. Давно бы свалили отсюда. Вали, вали, давай. Начнешь орать, что дверь открылась. Отлично. Куда делись продавцы полны? Хорошая находка. Поздно уже. Говорили в Дейпорте, лицом лорда Олдерли можно детей пугать. Чё так тихо-то говорили, а? И кто тестировал звук в этой игре? Почему то громче, то тише? Так, ну что ж, у нас осталось вот эту цель я не могу. Почему я не могу? Грабь награбленная. Завещание дамы. Пойдемте к убежищу. Нашей. Маковое молочко стоит дорого. И я тоже. Хорошо, не буду спорить. Боги на пороге. Маковое молочко. Боги на пороге. Комарики на шарике, да? Эрин жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. То ж... Почему не показана сюда точка? Типа там что-то есть. Что-то какие-то... Блядь, огромные эти. Это что такое? Лавка какая-то. Там можно мне полностью карту посмотреть как-нибудь, нет? Просто мне непонятно, она огромная, походу, карта. Действительно, тут заплутать 3.15. Так, ну мы сейчас сюда сходим. Что за... Это что такое у нас? Заказ. Мрачный геморрой, кто-то ждет тебя в покое, Сирина. Какой-то заказ есть.
счетам не платят. Он бы и так не заплатил. Я только не хотел, чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. А? Что так гудит? Это не система. Эрин жила на старой мельнице в Риверсайде. Надо осмотреть ее. Пойдем осмотрим. Братишки, я хотел. Чего делаешь? Мертвые по счетам не платят. Он бы и так не заплатил. Я только не хотел, чтобы он окочурился, прежде чем я ему еще разок наваляю. Дерзкий, я смотрю, тип. Кажется, у меня зуб катается. Вот тебе услуги стоматолога. Коль шатается зуб, давай его вырвем. Ну или выбьем. Что одно и то же, в принципе. Смотри, скоро накопим на бритву. Забавно. О. А, я думал, это табличка. А это не табличка. Да не надо лезть туда, господи. Странная архитектура города, прям очень странная. И карта особо не помогает, кстати. Я вот допрыгну, не допрыгну? Мне кажется, я не допрыгну. Нет, подождите. Ну да, хорошо, что хоть не умер. Ловушек вроде бы нет. С
Не знаю, написал ли он. Падая с обрыва, попадая в пропасть преданных надежд, оседая в складках ткани тлеющих одежд. Это до или после того, как подцепил мрак. Это что, чего нет места? Под что? Это что у нас? Это у нас, походу, этот. Это не маг оказался. Без понятия, что это? Подписывали бы еще. В тени льнут к некоторым тропам, тени льнут к некоторым тропам, канувшим в траве, в брызгах падающих стекол, ломаной канаве. Есть тут дома? Недостаточно места. Так, походу мы ПМ собираем, да? А что я тут должен украсть? Да, надо записки найти все. Сколько у меня денег? Надо еще полтос где-то надыбать. Ну, четвертая часть. И одну, походу, надо будет срезать с картины. По всей видимости. Ну, в таком случае уходим отсюда.
Там мало. Ну, уже хоть что-то. Наверное, придется идти по сюжету. Хотя можно сюда еще сходить, в принципе. Давайте по сюжету. Закрыто. Закрыто. Как мы сюда попали вообще? Вот так вроде бы, да? Да задолбали эти загрузки, господи. Чё за прикол это, господи. Ну я понимаю, что игра выходила на PlayStation 3, но все же. Будем ли мы залазить в дом? Наверное, не нужно залазить в дом, потому что это может привести к тому, что произойдет еще одна загрузка. Но с другой стороны, может быть, там что-то есть. И мы сможем купить бритву. Ну или почитай газету. Просто в хату залезли, понятно, ничего тут нету. И все. Свечник. Печально, конечно.
Ну это явная загрузка, мне кажется. Так, сорвали банк, отлично. Теперь хватает на бритву. Какая-то деваха, смотрите. Почему леди Мэриголд носит этот змеиный браслет? Она не знает, что он проклят. Самое интересное, был ли он у нее того, как мужа прибрала костлявая, или нет? Народ все на лекарства потратил. Возможно. Уилл Марвел добыл себе новую блестящую цацку в порту. Да? Какую? Насекомое. Из драгоценных камней. Ты украла ее? Покажи. Да ни за что. Уилл Марлоу псих. Я ни за что не встану между ним и его сокровищем. Смотреть можно, но не трогать. Его правила. Даже девочки так говорят. С кем ты разговариваешь? Так. Тупая стрела. А можно было на кого-нибудь это скинуть, да? Наверное. Ничего. Что есть сейф? Медаль стража. Хорошо. Так, ладно, где там у нас наша деваха? Нет, отцепись. Хорошая находка. Согласен, хорошая. И ножницы мне пригодятся. Ну дошли вроде как. Господи, где она живет? Какие-то ништяки валяются.
Хорошо. Открывай. Переключатель почти невидимый. Надо смотреть внимательно. Эрик как-то сказала, сказать, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Да? За кем ты подглядывал, интересно? Так, ну я вижу тут ловушки. Ловушки, каркушки. Погремушки. Как их обойти? Не наступать просто. Кто-то, видимо, наступил. Ничего. Ага. Так, флешбеки пошли. Укради ключ от истины. Той, что осталась дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. Тепло? Не туда. А теперь? Тепло? Скажи, тепло или нет? Тепло будет, что ты начинаешь? Нет, не трогай меня. Я тут не это. Ищи,
Редиска, блин. Можно еще тише. Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. Хорошо. Давайте без чутья воровского определим. Вот эта картина. Что это? Медальон. И зачем это было Эрин? На компас похож. Что тут еще есть? Ничего. Это все. Хотя, как видите, там тоже можно куда-то пройти. Или можно просто зайти по-другому, по всей видимости. Южный квартал. Ага, это записочки. Ладно, выйдем. Блин, там что-то есть. $20. И тут что-то есть. Дом цветов ждет. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Или я просто по карте пойду и... И дойду. Куда надо. На самом деле надо сходить вот сюда... Все равно близко. Куда ушел чувак, который тут стоял?
Да не, это не он был. Странно. Может быть, и он. Да, наверное, это все-таки он был. Давай, обернись. Сначала... Исчез. Странно, они как-то исчезают. Там у тебя друг потерялся. Проверь. Интересно, они умирают или нет? Или они просто падают сквозь текстуры навсегда? Давай войдем. Поглядим, что тут у нас. О. Надо спрятать его и никому не говорить, что оно в канализации. Иначе они придут и убьют меня во сне. И... А вдруг мрак? Это они и есть. Вы поможете несчастному балаганщику. Добрый человек. Я... вы поможете мне, да? Я великий Витторий. Хозяин ярмарки чудес. Куратор чудес. Каждый слышал про Витторий из далекой Иллирии. У меня был знакомый иллириец. Он говорил совсем не так. Что? У тебя акцент отклеился. Черт, зато это иллирийский конский волос. Это же спектакль, работа на публику. Вся наша жизнь — театр. Уж вам-то не знать, сэр, а? А? Нет? Мне сказали, тебе нужна помощь. Да, тяжелые если времена. Покупаю, сперва стража конфисковала продаю. Корабль. Потом туда проникли воры и утащили мои лучшие развлечения. Бесценные вещи. Ищешь новые развлечения? Нет, я... Хотя, постойте. Вообще-то вы понравитесь публике. Дамы любят мужчин в коже. Я не горю желанием. Ах, жаль. Ну, тогда помогите вернуть пропажу. Что скажете? Будьте другом. Так, первая пропажа. Говорящий череп провидец. Уникальная вещь. Скажите, друг мой, хотите ли вы узнать свое будущее? Дай угадаю. Хочешь, я найду череп, а ты мне отсыпешь кучу монет. Ха! Отлично, сэр! Даже череп был бы в восторге. Куча сильно сказано, но я вас не обделю. Украдите череп у мерзавцев, стащивших его у меня. Воздайте им по заслугам. Сэр, вы настоящий джентльмен и эрудит, апологет ярмарок развлечений. Где человек сомнительных моральных устоев может сбыть праведческий череп? Я знаю одно место.
Black Market. Да там, где этот Тимати со своими ребятами торгуют. Black Market. Нет? Эй, ты! У меня для тебя кое-что есть. У меня есть товары для темных дел. О! А у тебя есть бритва? Вообще отлично. Кожаный комбинезон. Надо было все-таки, наверное, поручить... А подожди, если мне нравится цены, на что он? На ресурсы, на ресурсы. Ну, на ресурсы мне нахрен не надо, да? Возвращайся скорее. Господа. Что у вас тут есть интересного? Ничего, по всей видимости. Больше ничего нет. Хорошо. Так, есть у нас бритва. Да, теперь мы можем, я так полагаю, вернуться к тому чуваку. Пропавший череп. А, он прямо здесь и пропавший череп. Отлично. Ну, вообще замечательно. Интересно. А ты плавать умеешь, чувак? Чувак. Вот он не хочет вообще прям. Ну и валяйся тут. Ну, табличку включу. Еще одну. Только нахрен они вообще сдались. Трофеи. Половину уже нашли. Так, я предлагаю пройтись тем же самым маршрутом. Надеюсь, это не мрак. Своровать у этого чувака денежку. Боги на пороге! Ага, а медведи на велосипеде. Ёпки за ногу, там баба какая-то стоит. А, ну мы эту бабу знаем, кстати. Все, все я вспомнил. Так, ага, там у нас лучник был. Моя монетка.
Ты немного сомневаюсь, как я шел? Разве так я? Чувак с бешеный тип. Кто? Главарь Угриедов. Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе с кольцом. Она поди сникла сразу. Конечно нет. Влепила ему со всей дури. А Чоукс только ухмыльнулся и колечко в карман упрянул. Хороший вот ровно чист. У него поди этих колечек целая коллекция. Хочешь наехать на него и обшмонать? Ради бога, только без меня. Я абсолютно не помню, как мы шли. Я помню, ты тут скидывал. Помню, что там чувак меня заметил. Надо что-то там орать. Нахера мне вот сюда вот? Толку от этого? Баланда как вошла. Как я сюда прошел? Разве я не вот так вот шел? Вроде как. Как же тяжело ориентироваться в этом городе. Так, окей, теперь я помню. Хорошо. Но это не записка. Ну, точнее, не последняя часть поэмы. Значит, мы что-то пропустили? Значит, я что-то упускаю.
Куда ты мог ее спрятать, а? Интересно. Кто-то где-то запрятал. Уж вентиляции я не все нашел. Перепрыгнуть я не могу. Забавно.
Ну вот же она записка, господи. Что это такое? Блять. Удушающая нет. Хилка нет. Что это? Световая бомба, максимум 5 штук. Хилка, что ли? Это не хилка. Блять, это... А, это и не маг. Как мне ее взять-то? Алло. Бутылка? Это бутылка? Это не бутылка, мне кажется, это хилка, нет? Ну-ка, пока не будем ничего тратить. Теперь можно тратить все. Ну, это хилка. Я не могу отхиляться, потому что у меня хил на максимум. Тёмная вена. Знакомые. Понимаю. Дайте мне ручное сохранение. Я просто стрелы потратил. Знакомое название. Это одна из подземных рек. Отлично. Запрятали, конечно, знатно. Так, и теперь мы отправляемся... Вот сюда. Это где? Это внизу. Золотая середина. Приступи к заданию. Такое-то крупное задание, по всей видимости. Сорян, как бы. Почему не мог его допросить?
А, оставайтесь незамеченными. Посмотрим на что. Оракула, дубина пьяная. А, ну так он у меня не с собой. Нельзя делать серьезные дела на том суку, на котором сидишь. Он спрятан в безопасном месте. Боги на пороге. У тебя 10 ударов часов, чтобы притащить его сюда. Или ищи кому еще впарить свое барахло. Тише, не гони туман. Я мигом обернусь. Ленни, мастер-пьяница. Я уже пару раз тебя обокрал. Хочешь еще? Ну и как мне открыть эту дверь, если ручка туда-сюда бегает? Эй, вы слушаете? Огонь Кубы? Вот очередная машина новомодная. Бегающая дверная ручка. Рекой пахнет даже здесь. Бурик его разберет. Эй, что это такое? Что это будет? Подгоняйте лень, не оставаясь незамеченным. Парни, это я! Какое счастье! Старина лень не пришел. Вся команда в сборе. Клянусь, титками Рорка, давно не виделись. Часа три лень, не больше. Что? Время летит незаметно, да? Отвали, Ленни. Что скажешь, Розочка? Прошвырнемся? Нет, даже если его светлость лично прикажет. Я сейчас на мели, так что в долг, ладушки. Уже себе штаны засунь, они непривередливые. А это кто еще? Твоя сестренка? Нам надо познакомиться. Уберись, Ленни. Ты моих настоящих... Что там Гарольд у нас говорил? Я не убиваю без необходимости. Мои просто не все в дерьме. Когда я тебя поймаю, я с тобой такое сделаю, за что другие девочки особую плату берут. Что это? Что это сделаешь? Что тут у нас? А я как это? Как мне помочь ему? Понятно, просто вскрыть. Хорошо. Все спокойно, матушка.
Заходи. Сделайте нормальный звук, пожалуйста. Все равно, блядь, нихера не слышно. А чё вы дверь не закрываете? Лени, я надеюсь, ты нашел покупателя для этого своего дерьма, или тебе придется с ним искупаться. Я не умею плавать. В этом весь смысл, идиотина. Сколько кораблей в порту застряло, а ты обокрал плавки. Кто купит это дерьмо? Когда у герцога Торберна работал, старый жердяй собирал чучела медведей. Меня одно Я продам череп любому Робби с ворот ложного шага. Рибы его сбагрить. Черепа они жуткие. У нас у всех такое оружие. Вы когда-нибудь об этом думали? Сколько чего? Монет, Лени. Ты хочешь мелочи стрельнуть в дом? Слушай, Берни, я малость на мели. Старый мал, бери тебя, побери. Сколько монет любой Робби тебе обещал за этот драный череп? А, много монет, много. Я даже на зуб проверил. А то я как-то прикусил золотой и насквозь. Эта дрянь была из... Лени, если ты не соберешься... Канаве с краю и сплешу над тобой с твоей матушкой. Эй, ты не говори так о маме моей. Я у нее любимчик был. Так ты не один такой. Эх, маманя, могла всех мужиков в деревне перепить за раз. Это многое объясняет. Да, я из большой семьи. Нас целая куча. Мама тогда была ого-го. Руки всех выкрутила. Говорила, поэтому мы такими и выросли. Неудачное место я выбрал. Ты же не умрешь с такой высоты? Да не, не умрет. Он на мягкое упал. Ну, что тут у нас?
Отлично. Слишком дешево продает наш герой украденные вещи. Очень дешево. Так, вроде бы тут все. Похоже на реквизит Витори. Только череп настоящий. Ты встретишь незнакомца вскоре. Угрюм, высок он и хорош собой. Ну все. Завоюешь сердце знатного господина и будешь купаться в роскоши. Там кто-то есть? Какая ты роскошь? Лени, это ты? Я рада, что тебе весело, засранец. Чтобы разобраться в себе, ищи мудрость, а не богатство. Так, мне вот интересно. Дай-ка тупую стрелу. Ну, подходи первый. Подходи, подходи, я стою. Давай, чё ты? Сделай сейчас. Тут кто-то есть. А чё они не сгорели до конца? Как-то мне не здоровится. Смотрите, бутылкой можно вырубать. Ну ладно. Поигрались и хватит, да? Я на самом деле думал, что у них тупой интеллект, и он только меня увидит, сразу побежит через огонь. Но, смотрите, нет, пацаны сидят. Бойся хромой души с черным кошельком и глазами, как угли. У Баса есть конкурент в категории «Самая большая глотка в городе». Но Баса у меня вызывает больше доверия. Быть невидимкой. Готово. Без повреждений. Готово. Оглушений в бою. 0 из 2. Украсть все. Я еще не все украл.
Одно убийство. А кого я убил? Я, видимо, чувака, которого скинул, убил. К сожалению. Надеюсь, череп не надо нести. Или надо нести. В Риверсайде полно банд, вроде тех же угриедов. Лучше идти дворами и не нарываться на проблемы. Промок. Замерз. Надо было тепленькое место искать. Первый раз слышу про какие-то банды. Так, отсюда как-то можно только одним способом, да, выползти. Вот этим вот вроде бы. Угу. Хорошо. И в принципе, можно, наверное, сходить опять к этому чуваку. Так, они... Они ожили? Почему? А, ладно. А нет, в смысле, надо все-таки его вернуть обратно. Свет врубил. Или он тут и был? Сейчас череп вернем и пойдем в цветочный сад или куда там мы собирались по сюжету. Или если он нам даст новое задание, может, если это недалеко, может быть, и выполним его. Так, если все ожили, значит, я жил этот стражник, да? Ну да, здесь никого не вижу, значит, он ожил. Нет, у него такой же маршрут. То есть их можно обкрадывать бесконечно, что ли? Потому что у него у того вот явно есть еще монетки. И у этого есть монетки. Что-то очень странно. Получается, ну пойдет он сейчас опять плавать, по всей видимости. Показалось.
Так, а, ну хотя без разницы, на втором этаже же даже у нас чувак сидит. Сидит и ждет нас. Ну, на этой прекрасной ноте. Консольный гейминг. Да, ну игра сама говорит. Два часа прошло, хватит играть. Все. Поэтому на следующем стриме мы вернем ему череп, этому чуваку, и будем что-нибудь еще воровать. Больше в этой игре делать нечего. Только воровать. Поэтому все. Спасибо за внимание. Давай, Мавроди. На сегодня все. Пока.